Вода в Химках пригодна для питья, заявляют эксперты. Контроль за ее качеством осуществляют в лаборатории Химкинского водоканала. Ежедневно воду забирают на анализ, проверяют ее химический состав, чтобы вода в городском округе полностью соответствовала нормам Санпина. В этом году мы начали внедрять автоматизацию на наших водозаборных узлах, начиная от подачи воды из скважины, подъема воды из скважины, заканчивая подачей ее в город. Теперь сотрудники водоканала могут наблюдать за подачей воды в режиме реального времени. Скачки давления, режимы отображаются на специальных мониторах. Это позволит контролировать соблюдение стандартов качества и сразу же реагировать на неисправности.